Нет, ну это, наверное, только я так могу. Заказав посылку Faberlic 9 октября, я ее забираю только сегодня, 26-го. Открываю я просто гигантскую коробку. Вот такую очень тяжелую. И знаете, что самое интересное? Самое интересное в том, что я даже не помню, что я заказывала. Это носки. Носки — это вообще моя сейчас боль, независимо от того, какую обувь я ношу, именно на работу практически все буквально за 2-3 раза приходят в негодность. Даже самые плотные носки, я не говорю про теплые шерстяные, даже самые плотные носки не выдерживают такой нагрузки и рвутся на месте большого пальца. И с педикюром у меня все прекрасно, ничего там не цепляется. Но, короче, не выдерживают. Поэтому носки сейчас это вообще мое все. Я их покупаю, ну почему оно вот так... открывается. И носки сейчас я покупаю достаточно часто. Я решила сделать это на Faberlic. В том году тоже заказывала, очень классные, хорошие, мне понравились. Это тоже плотные носочки, то есть они не просвечивают. Классные, и взяла сразу цвет, чтобы не было ничего видно на них. Я их сразу вот так вот, я беру два носочка и один в один вот так вот делаю. Не знаю, можно так делать или нет, но, короче, мне так удобно. И взяла я их две штуки, две упаковки, в упаковке по две пары. Я, кстати, очень не люблю, когда про джинсы говорят. Пара джинс, имея в виду одни штаны. То есть это одни джинсы. Ну, то есть пара штанин, но одни джинсы. Пара джинс, я не знаю, но значит это двое штанов. Так, итого 4 пары шикарных носочков на смену, на стирку и так далее. Но это еще не все по носкам. И здесь уже носки с бамбуком женские. Кстати говоря, ну что сказать про состав. Здесь носки в рубчик женские, по составу они 68% хлопок, 29% полиэстер и 3% эластан. Ну, естественно, эластан нужен для того, чтобы они были эластичными. Вот. И здесь у нас по составу 68% бамбук, 29% полиэстер и 3% эластан. Это уже такие, не такие плотные, как те, просто черные длинные носочки. Сейчас я беру только длинные. Лето у нас закончилось, так, где вторые? И вторые точно-точно такие же, но уже коричневого цвета, то есть, ну, прям вот такие же. И в чем прикол? Смотрите, какая у них тут, то есть у них здесь нет как таковой резинки, и здесь ничего не будет жать. У меня, в общем-то, такая проблемка небольшая или большая, не знаю. Иногда отекают ноги от физической работы, от физического труда. Приходишь домой, снимаешь носки, на месте как раз вот этой резиночки. Ну, в общем, она такая впалая. И мне это не нравится. И я подумала, чтобы кровь лучше циркулировала, лимфа не застаивалась. Вот такие вот носочки вообще подойдут. Особенно для тех, у кого есть склонность... хотя бы маленькая, к отечности, а она у меня есть, и не маленькая. Формула омоложения крем для рук и тонкая шлифовка скраб для рук. Чё вообще, это просто вот сейчас, это прям супер-пупер актуально. Здесь, наверное, не видно, но я оставлю здесь фотографию, потому что я тут недавно не совсем подружилась со средством, которое называется Азелит, но сама виновата, перчатки оказались худыми. Поэтому средство попало на руки, я его постаралась чем быстрее, тем лучше смыть, но у меня начала сползать просто верхний вот этот слой кожи. Сейчас пока скрабировать не буду, сейчас дам руке восстановиться, и потом уже сделаю скрабик для рук, вот так вот он и выглядит, и вот такой вот крем для рук, вообще это сейчас самое-самое-самое нужное и важное вообще, потому что я очень люблю ухаживать своими руками, я люблю, чтобы они были, чтобы они выглядели молодо, чтобы они были красивыми, опрятными и так далее, даже независимо от того, что маникюр я сейчас не делаю, я максимально стараюсь, у меня, конечно, это не совсем получается, опять же, потому что у меня такая странная работа, где, ну, порой не сильно обращаешь внимание, куда лезут эти самые руки, вот, хотя я всегда надеваю перчатки, стараюсь. Как обычно, у меня порошки, стиральные порошки, и знаете, в этот раз я решила их никому не дарить.
Вот серьезно, я как только делаю заказ на Фаберлик, у меня начинается этому отдал, этому отдал, этому отдал, а себе буквально одна-две штучки остается. И вот недавно мне пришлось опять купить обычный стиральный порошок в магазине, а мне они не нравятся. Ну, вот прям откровенно не нравятся. Вот эти мне нравятся. Они пахнут классно, они отстирывают хорошо, их надолго хватает. Поэтому, чтобы больше не заканчивалось, вот три вот таких вот оранжевых. Это вообще мои любимые, просто я не знаю, почему они такие у меня любимые, вот именно вот такого оранжевого цвета. Я с ними стираю все, и белое, и черное, и что только я с ними не стираю. И взяла здесь такой универсальный просто синенький порошочек, знаете, так для разнообразия. Здесь тоже универсальный, вот такой вот. Третий тоже универсальный. Видите, я на этот раз даже не стала заказывать с какими-то запахами. И была, кстати, акция на порошки, поэтому так много. Все оставлю себе мои любимые порошки. Вот. И всем советую. Ну и дальше по баночкам. На самом деле тяжеленная коробка была. Не знаю, здесь написано, сколько килограмм или нет. Здесь не написано. Но я здесь подпишу, потому что это написано в заказе, потому что я заказываю через интернет. На сайте Фаберлик и заказываю я как консультант, потому что там дешевле именно для консультантов. И каждый из вас может просто зарегистрироваться и просто покупать даже для себя. Можете покупать, можете не покупать. Ничего от вас требовать, никакой суммы каждый месяц не будут, чтобы типа вот надо определенно заказать, чтобы быть консультантом. Нет, вы просто регистрируетесь, ничего в этом сложного нету и заказывайте дешевле. Здесь у меня ультракондиционер для белья, бальзам Sensitive, пудровая нежность, такой вот розовенький. Все заказала, по-моему, разные. У меня вообще все бальзамы закончились. И опять же, имея неприятный опыт общения с магазинами, даже не очень дешевыми кондиционерами, в любом случае я возвращаюсь к кондиционерам для белья от Фаберлик, потому что белье классно пахнет, оно мягкое, нежное, шелковистое, и, короче, я не знаю, просто я их люблю. И банка у них удобная, просто достала, они прекрасно, вот у меня прям, знаете, тютелька в тютельку входит в мой шкафчик, который стоит у меня в ванной. Ароматерапия «Золотая органа», такой классный, такой очень нежный, дорогой, такой богатый аромат. Здесь «Мелодия солнца», ультракондиционер для белья тоже 3 в 1, такой вот солнечный, чего нам сейчас не хватает, так это солнышко. Ароматерапия, также «Восточный пион». Они все пахнут по-разному, то есть здесь нет такого, что типа купили там несколько разных кондиционеров, знаете, как бывает там, купили вроде разные, а они по сути все пахнут одинаково. Нет, здесь такого нет, я очень люблю менять, я порой открываю сразу 2 или 3, да даже если просто по одной баночке, то когда он меняется, такой, класс, что-то новенькое. Также здесь благородная орхидея, тоже вот такая ароматерапия, и они прям пахнут. Мне так нравится, когда они пахнут, ты достаешь даже потом из шкафа свежее чистое белье, и он, вот и этот вот тонкий аромат, то есть это вот, знаете, не так, что там просто прошибает нос, нет, это такой тонкий, приятный аромат этого кондиционера. И ультракондиционер для белья, розовый бархат, один из моих самых-самых любимых. В общем, вот такое вот не очень длинное видео, просто с распаковкой того, что я купила, и видите, весь этот заказ для меня, для моего любимого дома, для моей любимой атмосферы, ауры и так далее. И сейчас, не делая никакую прическу, уж тем более, я побегу, знаете, что делать? Я побегу готовить вкусно, убираться, чтобы вечером все пришли домой, и чтобы здесь было максимально уютно, максимально светло, максимально расчищено, потому что на кухне опять творится что-то невыносимое. Все, я вас очень люблю. Целую, любите себя, любите свой дом, любите свою семью, ищите общий язык, и тогда все у вас будет хорошо. И находите дело, которым вы хотите заниматься, что приносит вам радость, что приносит вам удовольствие, удовлетворение от того, что вы этим делом занимаетесь. В общем, все, до следующего видео, пока-пока!